5 главных плюсов электронного ОСАГО. Тот, кто хоть раз покупал полис ОСАГО онлайн, уже вряд ли когда-то поймет желающего оформлять страховку по старинке. У электронного полиса есть важные плюсы, в том числе не самые очевидные. Первый плюс. За ОСАГО никуда не нужно ехать. Электронный полис ОСАГО водитель может оформить полностью самостоятельно, на сайте выбранной им страховой компании. Для покупки страховки понадобятся документы на автомобиль, паспорт, право и банковская карта. Диагностическая карта, техосмотр, для приобретения ОСАГО летом 2020 года не требуется, но ее нужно будет оформлять после. Снятие ограничений из-за коронавируса. Сам процесс заполнения формы для ЕОСАГО не такой уж сложный, просто нужно внимательно читать все строки. На оформление электронного полиса уйдет от 15 минут, если вы свободно обращаетесь с компьютером. Второй плюс. Электронный полис не может быть поддельным. Система электронного ОСАГО гарантирует, что самостоятельно купленный водителем онлайн страховой полис будет подлинным и действующим. Сам принцип продажи ОСАГО исключает риск того, что кто-то не передаст в базу данных страховщика информацию о полисе. В момент оплаты номер ОСАГО автоматически вносится в единую базу данных, исключая такое мошенничество. Естественно, все эти гарантии действуют только тогда, когда водитель покупает полис у страховой компании, имеющей лицензию на продажу ОСАГО. Их список можно проверить на сайте Российского союза автостраховщиков. Третий плюс. Электронный полис не нужно возить с собой. Когда ОСАГО только появилась, водители должны были распечатывать полис на принтере и показывать его инспектору по требованию. Сейчас это правило отменено. Инспектору можно показать электронный полис на экране мобильного телефона, можно также просто сообщить его номер. Все равно способ проверки подлинности только один – пробить по базе. Четвертый плюс. При покупке ОСАГО не навязывают дополнительные услуги. Собственно, в том числе для этого электронный полис и был придуман, чтобы защитить покупателей от недобросовестных продавцов, соглашавшихся оформлять обязательную страховку только вместе с дополнительной. Пятый плюс. В любой момент в полис можно внести изменения онлайн. Чтобы добавить еще одного водителя в обычный полис ОСАГО, нужно со всеми документами ехать в офис страховой компании и оформлять дополнительное соглашение. Потом придется возить с собой исходный бланк полиса и дополнение к нему. Изменить электронный полис можно в том же личном кабинете на сайте страховой компании за несколько минут без каких-либо поездок.